Сильная жара и опасность возникновения пожаров стали ключевыми темами оперативного совещания, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что по прогнозам синоптиков, жаркая, сухая и ветреная погода сохранится в области в ближайшее время. Уже сейчас специалисты экстренных служб ежедневно фиксируют порядка 15 возгораний, в том числе в лесном фонде. Действия отдельных граждан, предприятий и организаций, связанные с нарушением правил пожарной безопасности, приводят к увеличению рисков тяжелых последствий, потери имущества, нанесения ущерба здоровью и, к сожалению, гибели людей. К сожалению, еще раз должен отметить, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Уважаемые товарищи, напоминаю, что начиная с 6 июня текущего года на территории Волгоградской области установлен и продолжает действовать особый противопожарный режим. С учетом возможного осложнения обстановки, Андрей Бочаров поставил перед профильными ведомствами целый ряд задач, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Усилить межведомственную рейдовую работу и контроль за проведением основных и дополнительных профилактических мероприятий, а также за обеспечением пожарной безопасности в целом на всей территории региона. Обеспечить дежурство дополнительных ремонтных бригад на ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства, а также в жилом многоквартирном фонде. Также глава региона поручил усилить разъяснительную работу с жителями по вопросу безопасной эксплуатации электроприборов. Особое внимание Андрей Бочаров поручил уделить соблюдению режима пребывания в дошкольных образовательных учреждениях, детских лагерях, социальных и лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Поставлены также задачи перед правоохранительными органами. Сотрудникам правоохранительных органов и добровольных народных дружин, выполняющих служебные обязанности по патрулированию населенных пунктов, обращать дополнительное внимание на состояние здоровья людей старшего возраста, находящихся на открытом воздухе. В ближайшее время запланировать, подготовить и провести областную комиссию по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.